Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Садурский сад. С вами Алена. Лето еще в разгаре, август только начинается. Ранне-августовский букет. Будут использованы гортензии древовидная анабель, она в кадре, астильба, клематис Аленушка, клематис голубой ангел, голубой агератум и роза Old Port. Итак, начинаем. Гортензия уже стоит. И вот сюда, в середину, пойдет роза. Розу подбивает небольшая веточка астильбы. Мне кажется, она замечательно подходит к тонам розы Ларибунда Old Port. А также начинают участвовать клематисы Аленушка. Три веточки. Клематис Аленушка, колокольчатый клематис, он цветет уже очень давно. Вот так романтично выступил в сторону. Ну, а я продолжаю. Принимает участие клематис «Голубой ангел». Ну вот пока так он у меня пошел, я еще подумаю над композицией, как мне больше понравится. Цветовое сочетание меня устраивает, мне нравится. Вот так выглядит пока не оконченный букет. «Голубой ангел» поддерживается голубым же агератумом. Мне кажется, неплохо. Как вам? И справа немного уравновесить общие формы решился букетик астильбы. В целом букет состоялся, как мне кажется. Очень нравится. Настроение у букета есть. И у меня тоже есть хорошее настроение, чем спешу поделиться с вами, дорогие друзья. Еще раз поближе. Клематис «Голубой ангел». Гортензия древовидная анабель, роза Ларибунда Old Port, астильба, клематис Аленушка, агератум. Вот такой летний букет у меня получился. На этом сегодняшний показ заканчиваю. Досматривайте, пожалуйста, до конца под приятную музыку. Добра, здоровья и мира всем. Заглядывайте.